Комитетом госконтроля начаты масштабные мероприятия по вопросам функционирования рынков, на которых реализуется пищевая продукция. Под бдительным наблюдением все регионы страны. Специалисты ведомства изучат вопросы соблюдения законодательства, в том числе о качестве и безопасности товаров, которые попадают в руки покупателям, а также доступности торговых мест и возможности продажи изделий собственного производства. В Фонде социальной защиты населения заработал единый номер 122 по вопросам несвоевременной выплаты работодателями государственных пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:30. Мониторинг по изучению условий проживания молодых специалистов прошел в городе. Рабочая группа посетила общежитие ОАО «Бобруйско-Громаш», филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» «Могилевэнерго». Анализ показал, администрация и организации «Бобруйска» оперативно решают жилищные и другие вопросы молодых людей. В Бобруйске прописались две новые игровые площадки. Расположились они во дворах на Ковзана 40 и Социалистической 115. Все, что нужно детворе – турники, качели, горки. Для спортивных забав – баскетбольное кольцо и футбольное поле. Позаботились и о безопасности подрастающего поколения. Специальное покрытие призвано уберечь от травм. До 29 июня в Ленинском районе появятся 5 игровых комплексов. В Бобруйске стартовали спортивные соревнования по пляжному волейболу. Продлятся они по 23 июня. Битва проходит на базе профсоюзного санатория имени Ленина. В первый день с 19 до 23 будет организована дискотека под открытым небом, а также розыгрыш призов среди болельщиков. Вход свободный.